как я и обещал, начинаю обходить стенды компании, которые мне показались интересными. Вот здесь пани Катажина сидит из Польши, которая представляет две марки. Одну марку все знают. В России компания Bikini Top. Роберт представляет большие размеры, корсетные изделия, бюстгальтера. Неоднократно у нас рекламировалась в журнале компания Вена. И вот новая марка для российского рынка. Пока никто ей не заинтересовался. Катажина, сколько лет? Да. Почти 1 год. 1 год всего лишь? Да. То есть, почти. Да. Те, кто нас смотрит, пусть обратят внимание, что еще никого в России с этой эротикой нет. Это Вена. Расскажите, Катажина, чем ваша марка отличается? Сначала с упаковки начнем. Хорошо. Показывайте упаковку. Упаковка очень красивая. Сначала есть одна упаковка на интернет-магазина, которую могут потом клиенты использовать сразу, чтобы могли отправить своим клиентам. А потом есть такая красивая упаковка с бантиком с названием нашей марки Let's Taxi, Ducky Flying. Тоже утка есть. Да. И еще то, что отличает нас, то, что наше белье пахучее. Это нежный розовый аромат. К сожалению, фотография не передает. Можете почувствовать. А, действительно. Пахнет, и изделия тоже чуть-чуть пахнут, да, пропитываются. Да, пахнут, в каждой модели тоже есть CD-диск, там можно послушать музыку. О, это что, входит в стоимость, что ли, CD-диск? Да, входит в стоимость. А сколько там мелодий? 12. Ого. 12, да. А какого плана? Это такие в спальню, такая музыка для спальни, чтобы использовали в спальню. Пани Катажина, одно дело, мы видим вот это. Совсем другого назначения для спальни. И тут такое расслабляющее. Да, ну вот такая музыка. Может быть, зажигательное что-то надо будет, да, еще? Может. Но пока в России нет отзывов, да, может быть, да, вам потом конечно посоветуют. Но надо начать, по крайней мере, с этих не зажигательных, а расслабительных, да, скажем так, расслабляющих мелодий. Цена тоже хорошая, качество тоже хорошее. Так, разница. Про цену, пожалуйста, подробнее. Это средний уровень. На средний уровень. Вы будете называть цену в Польше? В Польше могу сказать. Но точно не помню. Ну давайте в Польше показывайте. Вот, скажем, вот это вот. Вот, например, эти модели, это где-то 5, 6, 7 долларов. Долларов? Да. Хорошо. Остальные модели. Покажите 9. Самую дорогую модель. Самая есть у вас дорогая? Самая дорогая? Ну вот похоже. Ну да, она недорогая, она очень красивая, это самая популярная модель. Ага, вот как я нашел. Самая популярная бодистопи во всем мире, все ее покупают. Ну хорошо, ну вот эта популярная модель, сколько у вас? Где-то 7 долларов. Занизили стоимость? Нет, может нет. Ну хорошо, даже если чуть-чуть занизили, но если это 9-10 долларов, вполне. Я точно сейчас не помню, какие цены, потому что этих моделей очень много. Ага, вот каталог. Да, есть боди. Хороший каталог. Очень много. Так, кто сейчас нас смотрит, ищет для себя эротику, которая еще не представлена на рынке, и может его магазин сделать таким, скажем, эксклюзивным в этом плане, обращаться. Куда обращаться? Нам обращаться. Так, стоп. Вот смотрите. Плюс 48 517 579 679. Let's Duck. Не, Duck, без Duck. Let's Duck. Я английского не знаю. Ну, потом могу вам по-польски сказать, как это. Ну, по-польски можете сказать. А для тех, кто говорит только по-русски. Только по-русски, не знаю, как это перевести. Последнее. Не, я не знаю. Кто английский знает? Стыдно, знаю, конечно. Ну, стыдно, конечно. Ну, let's duck. Кто-то может проверить. У нас не только боди, но есть разные сорочки. Костюмы есть? Да, конечно, боди. Вот уже пошло. Очень ассортимент, сколько моделей, вот если так 106. Посмотреть? 106 моделей. Да. Разные сорочки. Да, белый, черный. Так, красный, уже сертифицировали или нет в России? Еще нет. Пока не нашли партнера? Да, пока еще нашли. Трусы у нас тоже есть в наличии.
Так, а как бы нашли, если вы не рекламировались и на выставке не выставлялись? Ну, понятно, что это может, не нашли. Может, в феврале? А, в феврале? Есть. Хорошо. Какие комплекты? Так, и давайте пощупаем еще. Каталог красивый, стильный. Потому что иногда возникает такое мнение у людей, что если это эротика, то она такая жесткая, если это вот неносибельная особо. Но здесь, скажу, очень-очень мягкие кружева. Мягенькие. Ну, да, такой чулочек. Это что у нас? Боди такое? Боди, да, это боди. Да, трудно представить, что это боди. Нет у вас манекенщицы в этом боди? Нет. Здесь тоже приятная сетка. Ой, это какой-то сатин это или что-то? Вена. А, это Вена, да. Вена. То есть у вас и Let's Duck, и Вена. Да. Угу. В Вене тоже есть эротика. Нет, но у нас только боди, комплекты, сорочки. Ну, Вена это боди. Но это все есть. Это да, все у Роберта да. есть. Бикини топ. Ну, будем надеяться, что появится и эта марка. Итак, мы да, познакомились с маркой Let's Duck, с паней Катажиной, чтобы ее запомнили. Показал я, в общем-то, и сайт здесь есть. Вот, смотрите, я буду долго держать, чтобы вы успели записать, обратились туда. Ну и пока не поздно, чтобы кто-то эту марку взял себе в ассортимент. И предлагал нашим женщинам не все одно и то же. Пусть разнообразит свою вечернюю и ночную жизнь. Согласны? Да. Спасибо. Спасибо, спасибо вам большое.